вжил человека с рейтингом на быстрых шахматах 1-4-6-8. У меня вот какой рейтинг малый. Сделаю анализ. Где у какого преимущества было. Пока идет анализ, покажу всю игру. Видно, у белых почти всегда было преимущество. Особенно, когда, видимо, он тут королеву отдал. Он тут... Ну, нет, уже раньше. А, нет, вот он тут пошел. Вот я иду тут. Меня уже все равно преимущество. Он мог тут идти. И в этом он даже так показывает, что ему конец. Но он еще тем более еще и королеву дал. Сперва башню дал. Мы обменялись башнями. Потом, видимо, подумал, что я испугаюсь и убил королеву. Да, наверное, мне тут надо было бить ему мангу. Я не догадался. Тут у меня еще было преимущество. Я думал, это из пешки, но слишком поздно уже заметил это. Тут у него было преимущество. А я иду тут. Идет тут, как он пошел, я пошел тут, он сбил коня, у него преимущество пропало, потому что, видимо, у него слон в хорошей позиции стоял. Надо было с конем идти показывать. Напасть на спешку. Это как бы было ошибка. Даже не советует с королевой бить. С конем напанать. Но пусть дольше просканирует и посмотрим. Может, потом поменяет решение. Чтобы не знать, как в других ситуациях действовать. Видимо, так. Потом ему нету как защитить ее. Поэтому я в пешке выигрываю.